ребята вот из колодца собаку достали. Можно в группу Васькинскую клик дать, кто помочь может. Привет, малыш. Положили тут тебе. Дай хоть на тебя посмотрю. Ой. Ой, бедная. Теплый хоть. Теплый вроде, да. Мальчик или девочка, вообще хоть понять. Ой, девочка. Ну что-то тут непонятно. А, ну он просто, видимо, это. Нет, все будет хорошо. Все будет хорошо. Девочка? Девочка. Ну, это мы сюда принесли, ну, да, понятно, потому что принесли. Не с улицы, чтобы, да. А как дети-то заметили вообще? Лазили, видать, по заброшке, потому что они с фонариками. Он говорит, если бы мы сюда не залезли, сюда бы никто бы не залез. То есть там понятно, что... А лапы такие большие, то есть такая она будет крупная. Все будет теперь хорошо. Вот. Да. Так вот, перетащили. Сейчас машину затащим аккуратненько. Ну вот. Не шевелится. Еле дышит. Глаза все провалились. Десны все. Вон какие. Все холодное здесь. Все, мой хороший. Этот ролик я готовлю вечером, и если девочка его переживет, эту ночь, то завтра я расскажу вам о ней более подробно. Имя мы ей дали – Цари. Я хочу, чтобы ребенок выжил. Просто хочу. Никто не должен так умирать. Никто. Ни человек, ни зверь. Немножечко глазки стали открывать. Ребята, у нее слезы текут. У ребенка текут слезы. Очень истощена. Просто чудовищно. Девочка стала спокойнее. Спокойнее дышит. Несколько раз повернула голову. Легла так, как ей удобно. Ребята, помоги Бог. Очень хочу, чтобы ребенок поправился. Просто очень хочу. Ну, вот она немножко согрелась. Все хорошо. Помоги Бог, ребята. Очень тяжелый ребенок. Это же надо бы, чтобы она столько страдала, сколько же она в этом колодце сидела. И неужели никто не слышал, что там воет и плачет ребенок, а? Ну, неужели у нас настолько глухие люди? Неужели настолько всем все равно? А у нас глазки открылись. Да, солнышко? Мамина девочка, красавица ты моя. Все будет хорошо. Да, солнышко? И дыхание более явное становится, ребята.
Очень хорошо. Помоги Бог, Господи.